Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Яшей собираемся поехать на 2 дня в Голландию. Яша делает последние там приготовления. Лампочки поменял, тут какие перегорели. Сейчас загрузимся и выдвинемся. Ну и как всегда, все, что с этой рыбалки получится, увидите в нашем коротком видеоотчете. Ну вот, мы тут с Яшей заарендовали ночевочку. Такая тут общая кухня. Туалет, душ, и там дальше комната у нас с 2 кроватками. Сейчас мы тут быстренько перекусим, продукты в холодильник кинем и рванем на рыбалку. Он смотри, как висит на самой этой. Я вот она, первая рыба. Мы спустили, еще светло было, и вот сейчас вот на кусь, это в 60 хороший судачок, да. Яша был уже сход, и вот он взял. Такой же, я думаю, сход. Да, да. Хороший судачок. Сейчас вытащим, еще будет понятно. Опа. Ну, 60-ник есть в нем, да. А сейчас его сфоткаем. Подними это самое. Сфоткаем, да отпустим. Развернитесь, дяденька, очень близко стоите ко мне. Свет ваш выключите. Вот посмотрите, такой, друзья, отличный судачок. 60 сантиметров. Видишь, он как воду почувствовал. Так, давай, друзья, сейчас мы его чуть-чуть... На, я ж возьми, сам реанимирую его. Он чуть-чуть воздуха наглотался. Переверну. О! Приходит, приходится. О, красавчик. Все, можно отпускать. Переверни, не поддай, пойди, чтобы он перевернулся. Не, сейчас он сам встанет. Сейчас он встанет, сейчас он встанет. Сейчас. Подними, говорю, чуть. Опа. О, все. Ушел. Ну все, Петрик, красавчик. Так, друзья, у меня сначала комсинцы бейс воблер откусила щука. А теперь вот смотрите, что у меня клюнуло. Какая хренотень. Угорь. Конечно, мы его отпустим, мы в Голландии. Но угрей давно не ловил. Как-то видел, у меня фильм был, я ловил в Дюйсбурге, в порту мне попался угорек. И хороший угорь, кстати. Да, и угорь такой, 80 сантиметров. Хороший угорь. Сейчас мы тебя, красавчик, сфотографируем и отпустим. Смотри, какой красивый. А, вот такие плавники передние у него. Красавелла. Что, друзья, мы его отпускаем. Пошел. Подрастай. Друзья, 65 сантиметров судачок. Только выплыли мы с утра. Яша отличился. Красавчик. Сейчас, подожди, я чуть отойду. Что нужно сплавлять. Молоток. Ай, какой красавчик. Да, о, вот такой красавчик. Здесь минимум 65 сантиметров. Огонь. Просто бомба. Поздравляю, Яша. Так, друзья. Вот и мне улыбнулась удача. Вот такая щучка, сантиметров, наверное, 80. Небольшая. Ну, хоть от ноля ушел. Ну все, друзья, сейчас мы эту красавицу отпустим. Отпускаем? Да, да, давай, Сережа, отпускай, пусть она идет. Давай, давай, давай. Да, все, поплыла. Спасибо, что поплыла. Долго не было поклевок, сейчас время уже приближается к 3 дням. И вот Яша одного маленького поймал. Сейчас мы его сразу отпустим. А у нас воды вот так. Да, чтобы не повредили. Все, пошел. Ну хоть что-то.
Яша, как всегда, в ударе что-то тянет. Сюда. Ну, глянем. Так, небольшой судачок. Ну, все равно. Каролина сработала. Опа! Вот такой у нас тут красавчик. О, отцепил, сейчас мы сразу отпускаем. Опа, пошел. Ну, пошел. Друзья, ну вот у меня, мне улыбнулось счастье, ну минимум 80, он, если не больше, судак. Можно сейчас я выйду здесь, сюда замерим сейчас мы его. Красава. Друзья, посмотрите, какая чушка, я не знаю. Минимум 80 сантиметров. Очень просто красиво. Бомба. Блин, не зря мы столько мучились, да? Огромный судак. Ура! Класс. А я думал, забыл я эту самую на грудь эту ремень. Поэтому снимаем только вот так вот пойманную уже рыбу 44,5 сантиметра. Вот такой вот красавелла клюнул у Яши. Так, друзья, ну вот мне улыбнулась удача, такой где-то на полтишок судачишка. А ну, реаминимирую его. О, да, отпускай все. Отпускаю? Да, конечно. Что же? Что ж? Пусть он живет. Переверни. О, все, пошел. Не, пошел. Живей, живых. Супер! Друзья, ну вот опять, Яша отличился, чемпион такого. Чемпион. Да, сантиметров 45 поймал. Давай быстренько отпустим его. Ну что, темно, время 9 вечера. Надо перекусить, показать судаку, что нужно делать. И дальше полнолуние, он светит, луна полная практически. По-моему, для судака все хорошо. Но посмотрим, он так думает или нет. Хорошо ли ему будет или нет. Будет он клевать или нет. Хорошо ему будет у нас на крючке, я думаю. Будем надеяться. Друзья, ну что, второй день рыбалки заканчивается, уже 12 час. Нам надо ехать домой, ночевать второй раз не будем, да, Яша, мы здесь? Нет, уже хватит. Ну, сегодня день неплохой, у нас две трофейные рыбы, окуня 44,5 сантиметра, судак 86, так что не зря мы по 300 километров проехались в Голландию. Два дня промучились, но зато добыли трофеев, чего и вам желаем. И, как говорится, всего хорошего, до новых встреч. Всем пока, друзья, всем пока.